Друзья, всем привет! Привет, привет! Ой, вышли вам показать, какая у нас обстановочка в Ялте. Первый снег мы пропустили, но решили показать, так сказать, 3 дня спустя. У нас опять сегодня посыпал снег, и мы решили, что мы это сегодня не пропустим. Такого снегопада я не помню, здесь лет 10, наверное. Да. Я, конечно, 10 лет здесь еще назад не была, но лет, наверное, года 4 или 5 назад тоже был сильный. Было приостановлено движение, общественный транспорт не смог подниматься на горки, поэтому, конечно, город немножко был парализован. Ну что, покажем это вам. Готовы? Погнали? Погнали. Красота. Есть просто крутые места, там, где вокруг елки вдоль красивой заснеженной дороги. И елки, как мы видим, все деревья в снегу, и просто создается обалденная локация для фоток. Давай, разгоняйся на животе вниз. Нет. Вот так. Опа, музик. Музила. Наша кошка бы в такую погоду не залезла бы в снег. Мы ее, когда первый снег начался, мы ее выставили немножко за дверь. Она посмотрела этот снег, подумала такая, да нет, наверное, домой пойду. Она у нас такая комнатная, домашняя, не особо к улице привыкшая, поэтому она такая парниковая. И собака тоже. Все мы парниковые. Ну мы ж южная. Посмотрите, какая красота, какие дороги заснеженные. Как мы видим, здесь движение не особо сейчас осуществляется. Все маршрутки стоят, все эти машины стоят уже давно. Только смельчаки могут некоторые здесь проехать. В такие места уже транспорт не ездит. Да ну конечно, снега по щиколотку, смотри. Даже больше уже. Мы спустились на набережную. Вот такая вот обстановочка. Просто снег еще больше усиливается. Он метет прям в глаза, ничего не видно. Камера потеет постоянно. Ее постоянно забрасывает снегом, она мокрая. Поэтому периодически будем вас протирать, так сказать. Ну что, смотрите. Наконец-то новогодние украшения выглядят в снегу и выглядят так, как они должны выглядеть. Новогодние украшения, новогодняя елка, декорации. Уже выставили палатки, но, к сожалению, ничего не светится. Какая красота! Смотрите, как украсили! Кому подарок? Как раз такую погоду не хватает того, чтобы она подсвечивалась. Все в таком тумане легком. Поэтому, я думаю, красиво было бы, если бы была такая подсветка. Люди бы более охотно даже сфотографировались с такими новогодними украшениями. Опа, кони. Кони лошади. Пацаны работают любую... Пацаны любую погоду работают, да? Пипец просто. А ну как ты делаешь? Не, спасибо. Я могу запечатлеть, но платить не буду. Ну хоть 50 рублей. Не буду. Не упаду. Потому что он не желтый. Здорово. Да, здорово, дорогой. Молодцы, работаете. Здравствуйте. Ты попала в сказку? Нет, я попала вот. Запрягай лошадей. Поехали? Нет, садиться не буду, там мокро. Как хорошо, что в этом году не сделали сильно высокие стены. Обычно ставят повыше, для того, чтобы люди не смогли добраться и срывать новогодние игрушки. Такое тоже бывает. Поэтому,
если вы наслаждаетесь такой красотой, можно потрогать, можно полюбоваться, можно пофотографировать. Но не срывайте, не трогайте для того, чтобы в следующем году... А нас видно, гляди. Оху! Как вам такая Ялта? Сиговика решила слепить. Ничего себе. Объемного. Класс. Ты посмотри, какое море. Класс. It's falling, all the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you led me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. А вот здесь вот это, кстати, устанавливают вон там вот. Будет каток. Да ты что? Да. Крутяк. Да, уже устанавливают вот эти вот перила. И я думаю, что к Новому году уже должны открыть. Ну, конечно, такая погода им, видимо, мешает все это раскладывать. Поэтому я думаю, что немножко все затянется. Открытие, точнее, затянется. Ну, будем ждать. Конечно. Обещают, что будет бесплатно, только единственное, нужно будет заплатить за прокат коньков. Ну, а если есть свои, то приходите со своими, будет бесплатно. О, он в маске. Это снеговик 21-го года. Кто-то даже не пожалел по 5 рублей и вставил ему глазки. Он прочистил, плохо видит. Это очень мило. Но я не буду сильно чистить для того, чтобы оно не выпало. А то, ну, представляешь, глаз выпадет, как некрасиво. Как он смотреть будет, да? Так, а вон еще, смотри. А это, наверное, какой-то мишка. У него очень милые эти ушки. Или это котик? Свинка этого. Какая-то свинка. Обычно. А, это свинка. Надо прочистить глазки. Всем глаза почистим. К умывальнику смотреть надо, да? Да. А это тоже кто? Человек. Ну что, ребят, напишите нам в комментариях, кто видел такую набережную и в каком году, потому что я ее такой не помню никогда. Вот чтоб столько было снега, это прям, ну, это прям снежок вас. Как вам прогулка по зимней Ялте? Зимней заснеженной набережной. Вы только посмотрите, как море бушует, волнуется. Сейчас такая волна была, пропустили. Может, еще раз будет. Оп! Такое море темное, пасмурное. Красота какая. Заснеженная Ялта. Пойдем на верхнюю набережную, посмотрим там обстановку. Идем, идем. Ты посмотри, какие декорации. Давай посмотрим. А это не декорации, бубчики. Ну, я понимаю, но елки какие украшенные в снегу. Зимняя площадка Черного моря. Красиво, конечно, в снегу смотрится. Ой. А пальмы в снегу. Ты видела пальмы в снегу? Гляди. Какой южный колорит. Летние пальмы. И шквал снега. Периодически протираем камеру, чтобы не терялся фокус.
Смотри, какие сани. А рукавички вон. Снеговика завалили. Сеть, да, включить, да? Снеговика завалили. Какая красота, конечно. И сани должны светиться. Отключили от электричества. Не, вот саней не вижу подсветку. Ну вот, с той стороны, помни. А, это... Не-не-не, это не то. Это не то. Смотрите, друзья. Чайки с этой какой-то снёй там собрались. Ну, они, наверное, греются друг друга. Ну да, тепло создают. Да, такая Ялта я впервые вижу. Шторм усиливается, смотри, какие волны начались, бах. Аккуратненько спускаемся, не падаем. Красивые, да, виды? Красивая Ялта, красивый, прекрасный зимний Крым. Не забывайте, пожалуйста, поддержать нас покупкой нашей карты на нашем сайте onlinekrym.rf. Мы сделали крутой продукт. Уже в нем больше 40 партнеров. Мы работаем всего 2 недели с этим продуктом. Посещайте наш сайт, поддержите нас покупкой карты. Ну а мы погнали дальше снимать наш видос. И да, кстати, по нашей карте вы сможете получать скидки от 1 до 50%, а также будете иметь доступ к базе промокодов. У нас вообще уже больше 40 партнеров, друзья. Классная карта. Погнали. Несмотря на погоду, смотрите, друзья, остаются еще небольшие клочки зелени. Очень такой контраст явный. Морозный такой день, куча снега и небольшой островок зелени. Напоминание о том, что скоро это все, наверное, растает. И опять будет плюсовая температура, которая позволит нам одеть более легкую одежду и путешествовать дальше по Крыму. Так что подписывайтесь, если у нас впервые. Мы покажем вам самые интересные локации крымские, покажем самые интересные места. Заходите на наш информационный портал и знакомьтесь с Крымом вместе с нами. Какая, конечно, погодка, просто бомба. Пойдем посмотрим, что там на нижней набережной происходит. Что у меня, опять тушь не потекла? А ну-ка посмотрите. А ну-ка, напишите, нормальненько. Напишите в комментариях, как я выгляжу. Ой, отсюда классно. Ну что, сделаем пару фоточек для Инстаграма? Конечно. И что это мы делаем? Опа! Ха-ха, не попала. Опа, я прячусь уже от тебя. Оп! Сникались, сникались, сникались. Почти. Вы видели вот эту красоту? Очень красиво, особенно фотка там получилась, у тебя классно. Просто шикарно. Жаль, что я сегодня не взяла свой фотоаппарат. Я бы развлеклась. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. Или уже обратно пойдем? Пойдем уже обратно, потому что ножки подмерзают. Пойдем тогда. Не готовы мы были с обувью. Ну и немножко, конечно, с одеждой. Куртки у нас промокаемые. Они очень быстро сдались и, так сказать, не помогли нам в сегодняшней прогулке. Не помогли. Не стали они нам столь полезны, как мы думали. Но это повод подготовиться? Это повод подготовиться, купить какую-то влагозащищенную одежду и ждать следующего снега, следующих циклонов, которые обрушатся на Ялту. Друзья!
Друзья, как вы знаете, в Крыму погода очень часто меняется, поэтому сегодняшний день не стал исключением. Прекрасный снег очень быстро сменился на дождь, мы промокли, у нас разрядился телефон, поэтому записываем концовку у нас дома. Мы с вами не прощаемся, мы надеемся, что увидимся в новых роликах. Для всех наших подписчиков мы передаем огромный привет. Ждем вас завтра на стриме, те, кто не подписан на наш канал. И вы наш ролик встретили впервые. Мы большой информационный портал Крым Онлайн. Будем рады видеть вас снова у нас на канале. Надеюсь, вы подпишетесь. Поддержите все лайком этот видеоролик. Ну и напишите свое мнение в комментариях. Ну что, друзья, мы с вами на сегодня прощаемся. Увидимся завтра на стриме. До новых встреч. Пока-пока.